студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Писательница Мэри Шелли любила отдыхать с друзьями. Из-за холода и дождя – частое в Англии явление. Компания оставалась на вилле и устраивала конкурс жутких историй. Так в 19 веке появился знаменитый роман «Франкенштейн». Нынешняя слякоть тоже не способствует прогулкам. Так что, возможно, у кого-то уже рождается новый фантастический сюжет. Например, как нам пытаются испортить Новый год. Если Москву завалил снег, в старомосковной губке ни погоду зимней не назовешь. 13 декабря ночью плюс 4 днем 2-3 выше 0 и дождь со снегом. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Магнитное поле спокойное.